Сегодня в России отмечается День государственного флага. К этой дате приурочили конкурс детских рисунков «Я гражданин России». Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с участниками конкурса. Конкурс организовали две общественные организации – движение «Я гражданин» и ассоциация замещающих семей Чувашии. В нем участвовали воспитанники детсадов, школьники, ребята постарше. Каждый выбрал тему по душе. Можно было признаться в любви родному городу, стране, рассказать языком рисунка о своей семье, о желании заниматься спортом. А семья Львовых, одна из лучших замещающих семей республики, решила принять участие сразу во всех номинациях. Меня зовут Яша. Аня, Даша, это Маша. Маша, Александр Геннадьевич, папа. Мы во всех номинациях принимали участие. Постарались отразить в своем рисунке. Так и девчата. Роль семьи, жизнь государства. Нарисовал себя кадетом. И маленькая девочка, вот первоклассница, дарит цветы. Тот, кто защищает Родину, дорожит ею. И никому не отдаст ее никогда. Разрисованные обои, испачканные в краске и фломастерах одежда, творческие люди проходят и через это. Главное, чтобы в семье все понимали и направляли в нужное русло. Иногда один рисунок формирует человека и его судьбу. Я гражданин России. Это вообще номинация сегодня, символично так совпало, что с государственным праздником Российской Федерации, государственный флаг Российской Федерации, символ нашей России. Мы свою Россию любим, мы любим свою землю. И как раз тем самым пробуждаются патриотические чувства. Это очень важно, соответственно. Возрождается духовно-нравственная основа. Я благодарен всем тем родителям, которые взяли и воспитывать этих детей как своих любимых детей. И это очень здорово. Около 100 детей из замещающих семей предстали сегодня настоящими патриотами своей родины. Их объединил День государственного флага. Родион Архипов, Расиль Мухаметов, Республика.